что тут, без изменений? Ждут так же, как и мы. А я тебе орехов купил. Последний, кстати, выгреб. Спасибо. Все-таки знаешь, чем меня порадовать. Объект на месте. Понял. Внимание всем, начинаем работу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хуби. Мерхабан. Тимур, амонат рок барашки. Кин хали шума. Халали шума. Васим спрашивает, вся ли тут сумма. И благодарит за оперативность. Можешь увеличить. Мусап просит, чтобы показали фотографии заложников. Зиндониёй кастан. Алхамдулиллях. Або хайши ма амиски та намаз шам катл кунем. Мусап требует, чтобы неверных казнили сегодня на закате. И просит сделать запись казни и выложить ее в интернет. Глеб, что у тебя? Я не могу войти в его телефон. Он защищен какой-то прогой от удаленного взлома. Это не может быть. Мы эту модель проверяли 1000 раз. Пробуй еще раз. Да пробовал я. Нужен физический контакт. По-другому никак. Муса благодарит за гостеприимство и собирается уходить. Черт! Оставайтесь здесь. Осторожно. Есть картинка? Да. Что он творит? Черт. Вот дает, а. Не, они сейчас точно отметили. Да, фартануло так фартануло, а? Молодец. Держи. Повезло тебе. Я думал, они тебя на ремни пустят. Давай, 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 Глеб. Есть контакт. Так, вот их геоданные. Пересылай нашим срочно. Есть. Шокади, чидера гумкади. Абача, че? О! Ахмед! Саид! Ахмед! Ахмед! Они что-то заподозрили, надо уходить. Так, сворачиваемся, быстро. Давай, закрывайся. Поживее, живее! Уйдите, я вас догоню. Мирзо! Хайрула! Юр! Таза! Таза! Get out! Get out! Get out! Get out!
В ходе проведения операции «Тайфун» группе «Рудни» удалось получить оперативную информацию о местонахождении наших заложников. Благодаря этому вчера в 22:10 заложники все были освобождены и доставлены на родину. Браво! Блестяще проведенная операция. Особенно ее оценили в иностранной прессе. Вот, полюбуйтесь. Агенты КГБ устроили перестрелку в центре города. Смерть в наш дом приходит с востока. Русский медведь снова терроризирует всю Европу. Вы хоть понимаете, какими последствиями нам все это грозит? Товарищ генерал, я не оправдываю действия группы, но у них был выбор. Или спокойно на все это смотреть, или раскрыть группу, но спасти заложников, наших сограждан, которых могли бы сегодня казнить на глазах у всего мира. Старший лейтенант Чехов пожертвовал ради этого своей жизнью. А вы что, гордитесь этим? Ваша первоочередная задача – сохранить жизнь личного состава. А у вас сотрудник гибнет при исполнении. Да еще как! От взрыва бомбы! Вообще, как все это могло произойти? Что, люди Мусаба, они умнее вас? Это не они. Если бы Мусаб почувствовал за собой слежку, то микроавтобус взорвался бы намного раньше, или же встреча вовсе не состоялась. А кто же это сделал? Санта-Клаус, что ли? За последние полгода уже третья операция идет не по плану. Я думаю, что в конторе работает крот. Об этой операции знали не более 10 человек. Вот именно. Насколько вы уверены в ваших сотрудниках? На что это вы намекаете? Я не позволю оскорблять моих людей. А я не позволю, чтобы жалкие желтые газетенки полоскали мою страну. Все, хватит! Будет создана специальная комиссия для расследования, а это пока все... Пока все это домыслы. Так, генерал Смолин, свяжитесь с семьей погибшего и проконтролируйте лично, чтобы там выделили все, что положено в таких ситуациях. Передайте от меня соболезнования. Есть. Вы свяжитесь с нашими нелегалами в Европе, может, через них что-нибудь узнаете. Все. Доброе утро. Доброе. Все в порядке? Мы больше 10 лет работаем в Европе. Я не помню, что взрывали агента. Ну, не знаю, ирландцы раньше частенько использовали взрывчатку. Да при чем тут ирландцы? Сейчас не 80-е, сейчас уже никто так не работает. Ну, выследили они машину. Могли просто отказаться от встречи, либо устранить нас по-тихому. Какие у тебя версии? Никаких у меня версий. Просто тебе нужно отвлечься, переключиться, пожить нормальной жизнью. Нормально-то как? Нормальный. Это так. Тебе пора. Вообще-то. Сегодня выходной. Да, Я знаю. Послушай, мы уже полгода вместе, а ты ведешь себя так, будто подцепил меня вчера ночью в баре. Ну, ты же знаешь, это неправда. Я очень тебя ценю. Ценю. Но мы же это обсуждали. Я одиночка, семья это не мое. Но если что-то не нравится, то... Какой же ты кретин. Я не кретин, я одиночка. Thank you.
Здравия желаю. Глянь. Это что? Это Хайфа. Израиль. Фотографии сделаны месяц назад. Ух ты. Знакомое лицо, правда? Нет. Этого не может быть. Я никогда не был в Хайфе. Это подделка. Нет. Фотографии настоящие. Проверил. Тогда почему они еще до сих пор не на столе у Беркутова? Да потому что я сентиментальный дурак, который верит своим агентам, несмотря ни на что. Ты разберись с этим. Да поскорее. Обстановка в нашей конторе хуже некуда. Если узнают, что у тебя был двойник, и ты его скрывал, неприятности не оберешься. Я разберусь. Спасибо. Так, про это я вам сказал, про это сказал. Вот, не забывайте мыть его раз в неделю, это очень важно. Инструкция внутри, если что, звоните, хорошего дня. Спасибо. Меня приняли? Еще нет, но твое дело уже на столе у шефа, если он одобрит. Хватит заливать меня, а? Я уже полгода слышу от тебя эти отмазки. Ну, слушай, ты же не на автомойку устраиваешься на работу, правильно? У нас люди годами проверки проходят. Если тебе что-то не нравится, можешь попробовать в общем порядке. Ладно, ладно. Это я так, к слову. Что там у тебя? Дело жизни и смерти. Значит, все как обычно. Где ты вообще его нашел? Да это не я его нашел. Есть. Полетаев Андрей Сергеевич, 78-го года рождения. Оперуполномоченный РОВД Алексеевского района. Жена, двое детей. У него что, родственники в Хайфе? Судя по ближайшему окружению, нет. Тогда что он там делал? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Ладно, разберемся. Ты можешь выяснить, где он живет. Это его геолокация в режиме реального времени. Круто. А сбрось мне на телефон. Я тебе установил уже такую же прогу. Вбиваешь сюда его номер телефона. Так. И все. Молодец. Ладно, собери на него всю информацию. Главное, выясни, почему он так чертовски на меня похож. Я еще заскочу. Будет сделано, босс. Да. А? Глаз алмаз. Ну, весь в отца. Ну что, пап, твоя очередь. Да, ну я так каждый день на работе стою. Пап, ты что, струсил, что ли? А при чем тут струсил-то? Да, ну. Не попал, сейчас. Погоди. Да? А это ваш приз. Спасибо. Всю жизнь я такой мечтал. Где это? А у них стволы кривые, они специально подгибают. Попасть нельзя было. Может, на чертово колесо? Да, давайте, сходите, я сейчас вас догоню.
Что за хрень? Нужно поговорить. Жду тебя в кафе через дорогу. Пан, ну ты где вообще? Мы тебя ждем, ждем. Сынок, на, возьми ключи от машины, отдай маме. Езжайте сами, я попозже приеду, хорошо? Алло, слышишь меня? Да, Тим, слышу. Это что? Это больница. Точнее, роддом номер 30 в городе Беломорск, где ты, собственно говоря, и родился. Не уверен, что ты готов, но постарайся открыть все свои чакры для получения готов, новой Готов, готов. Итак, это твои родители. Смешные, правда? 4 июля 1978 года они были проездом в Беломорске по пути к твоему деду, Никифору Аверьяновичу Соломатину. Тим, ты мне что, будешь всех родственников до третьего колена перечислять? Давай ближе к теме. Так, не торопи меня. В общем, прямо в дороге у твоей матери начались схватки. И они вынуждены были остановиться в этом самом роддоме. А это кто? Моя троюродная тетка по папиной линии? Это акушерка, которая принимала роды у твоей матери, Инесса Павловна. Очень интересная женщина, кстати. Она-то мне и рассказала, что у твоей матери во время родовой деятельности случилось многократное тугое обвитие пуповины. Врачи пытались спасти ребеночка, но не смогли. 2 часами позднее у другой женщины, Полетаевой Ольги Алексеевны, родилась прекрасная и здоровая пара близнецов. Твой отец уговорил акушерку, чтобы она забрала одного из близнецов у Полетаевой и отдала его твоей матери. Что значит отдала? Подменила. Короче, твоя настоящая мать — Ольга Полетаева. А это мужик на фото. Твой брат-близнец. Заказать что-нибудь? Не-не, спасибо, не голодный. Ну, давай, рассказывай. Ну, прям если в двух словах, то 42 года назад в Беломорском роддоме произошла подмена. Меня забрали у нашей матери и отдали другим родителям. Так что мы с тобой близнецы-братья. И когда ты об этом узнал? Сегодня. Ну, а твои эти ненастоящие родители, они знают? Нет, они же умерли. Я сочувствую. Ну что ж, давай за знакомство. Официант! Слушай, надо же мамке позвонить, а то звонить мы никому не будем. И про меня ты никому не расскажешь, ясно? Это почему? Ну, как ты верно заметил, я служу в ГРУ, и сейчас за мной тотальная слежка. Это опасно не только для меня, но и для тебя, и для твоей семьи. Поэтому ты и твоя семья должны срочно уехать из Москвы. Да, братец, ты шутник. Ты что, серьезно? А как ты себе это представляешь-то, а? Организуем тебе жалование ежемесячное, выплатишь с ним ипотеку. Через 1.5-2 года вернешься уже в другой должности. Кто ты, кстати, по званию? Капитан. Ну вот, и вернешься майором.
А пока пару лет поживешь с семьей на море. Согласен? Твоя машина? Моя. Нравится? Дай покататься. Да ладно, понял, я понял. Бери, гоняй. Да я шучу. А я не шучу. Познакомились толком. Так поговорили минут 5-10 и... Домой не ходи. Узнают, что ты жив, на тебя снова начнут охоту. Контору тоже нельзя. Род кто-то из наших. Пока не узнаем, кто, это опасно. А куда же мне идти-то? Это его? Ну да. Используют ситуацию как прикрытие. Не, они с женой живут 15 лет, а если она поймет? Да даже если не поймет, как объяснять-то потом? Ничего, я потом сам все объясню. Паш, у тебя нет другого выхода. Это приказ. Слушаюсь. Свой телефон уничтожь. Часы эти дорогущие сними. Ты теперь Андрей Полетаев. И постарайся найти Ирму, если она, конечно, еще жива. Вам, кстати, сейчас тоже охрана не помешает. Обо мне не беспокойся. Я стреляный воробей. Вернее, подстреленный. Андрюх, что, оглох, что ли? А? О, красавчик, а что с рожей? Добрый день. Здорово, да. Да представляешь, наркоз подходит. Дай-ка телефон позвонить, я ему трубку, а он через кусты как ломанулся, пока догонял, а он весь царапался. Носки тоже он забрал? А? Это долгая история. Ну ладно, давай, пойдем, работа полна. Далеко собрался ты? У нас там кабинет. Так я кофейку раздобыть. И кофеек тоже там есть. Что сегодня с тобой? Пойдем. Фикс. Андрей Сергеевич, про взрыв в парке слышали? Вот фотографии. Экспертизы пока не было. Да мы вряд ли что найдем там, Андрюх, интересно. Все сгорело, даже диски оплавились. Угу. СЛ-20. Что ты говоришь? СЛ-20. Взрывчатка только такого типа могла расплавить титановый диск. Ты что, за утро специалистом по взрывчатке стал, что ли? Андрей, господи, что у тебя с лицом? Я так перепугалась.
Почему у тебя телефон был недоступен? Так я, наверное, просто звук выключил. Я как услышала про этот взрыв в парке, я прям сразу что-то почувствовала. Я тебе звоню, а ты трубку не берешь. Я так испугалась. Так вы не волнуйтесь, у нас все хорошо, просто много работы. Че, ты ко мне на «вы»? Ты со своей опять помирился, что ли? Не звони мне больше. Нужно поднять все схожие дела. Поднимем. Я думаю, сегодняшнее покушение на меня, взрыв в Праге, убийство Руднева – это все звенья одной и той же цепи. Кто-то хочет ликвидировать всю нашу группу. Забавно. Что именно? Ну, и вы, и Каплан утверждают, что у нас в конторе засел крот, но все детали операции были известны только вам, ему и мне. Так кто из нас крот? Меня сегодня чуть не убили. Про вас я ничего не могу сказать. Как говорится, император всегда вне подозрений. А вот Каплан, его не мешало бы проверить. Но сейчас не лучшее время, чтобы делать поспешные выводы. Я сам, как только выпишусь из больницы, готов пройти полиграф. Все пройдут через этот полиграф, и это не панацея. Специальная комиссия уже приступила к расследованию. Товарищ генерал, я уверен, значит, что это... Так, давай, отдыхай. И не дергайся. Я тебя буду держать в курсе. Да, мне медсестра сказала, к тебе посетитель заходил? А, нет. Просто ошиблись палатой. Не, все, хрен сегодня. Машка же не соображает. Поехали домой. Да нет, езжай, я еще поработаю. Андрюх, ты видел, сколько времени? До завтра. Ну, смотри, до завтра. Уже 9-й час. Ну, Соня, пора уже покупать. Да, и в магазин нужно заехать, уже заканчиваются и памперсы, и питание. Слушай, у меня тут на работе... Хорошо, я тебе пришлю список на телефон. И хлеб нужен, и сметану, все. Блин, угомони собаку, пожалуйста, ничего не слышно, и телевизор выруби. Дом какой-то. Дурдом. Я брат вашего мужа, который погиб при исполнении важного задания. Я ваш муж умер. Я не Андрей, я Павел, брат вашего мужа. Нет. Я... брат вашего погибшего мужа, Андрея, поминаю. О, Андрюха, здорово. Здорово. Че, опять влип? По уши, на. Аккуратней. Ну, нужно, чтобы нас посмотрели. Илюш, ты слышишь, дверь звонят? Иди, открой. Ну, я понимаю, что нету. Ну, диатез обострился, да? Лёшка. Все красные. Все. Поменяйте с кем-нибудь нас. Да. Завтра можем. Можем или в час, или в 15. Да, я в школу завезу Илюшу, и все, и приедем. Хорошо. Я надеюсь, что получится. А что ты куртку не снял? Где разденься? Я вот... Хочешь лицо? Только, Павел, перезвоню, хорошо? Андрюш, ну что это такое? Решил снова в ковбой поиграть, да? Отвечай, ну что ты молчишь? Что ты молчишь, Андрюш, отвечай. Успокой собаку, пожалуйста, ничего не слышно. Джерри, тихо. Что ты
что не можешь повзрослеть? Чего ты все на рожон лезешь? Иди в ванну, переоденься, сними куртку и переоденься. И перекуси, помажь лицо, а то кого-нибудь заразу занесешь. Андрюш, я тебя что просила купить? Зеленую крышечку, у нас на это аллергия. Здесь красная крышечка. А куда папа ушел? Ты все время не собираешься ночевать на лавочке, пожалуйста, уйди в другой двор. Не позорь меня перед соседями. Прости, я не хотел. Сейчас Илюху в школу отвезу, потом Соню к врачу. Иди хотя бы умойся, а то на работе потом, что я тебя из дома выгнала. Да, и ключи от машины на комоде лежат. Папа сегодня дома не ночевал. Ну, бывает иногда такое у человека. Нужно побыть одному, подумать. Ты же видел, папе вчера было очень плохо. Ему что, с нами плохо? Нет, конечно. Нет, ты что? Все, выходи. Мам, ну я же просил дальше останавливаться. Ты же знаешь, парковка там запрещена. Слушай, ты что, меня стесняешься, что ли? А? Ладно, все. Все, упакуйся, накуйся. Эй, мусор! Подними мусор! Да, да, мусор. Мне кажется, нет. Возможно, не хватило. Нужно подальше информацию, чтобы не работать. Здравия желаю. Здравствуйте. Что было? Ну что, ну как обычно, поставил очередь. Доброе утро. Здорово. Андрей Сергеевич, я нашел дело, которое вы искали. Так. В феврале взорвали бизнесмена Самсонова и его водителя Воробьева. Ага. В экспертизе значится взрывчатка СЛ-20. А, кого-то задержали? Так точно. Николай Бобков. Вот в деле фотографии. Угу. Служил в Афгане. Странно. Он все время использовал тротил. С чего ему на СЛ-20 переходить? Это все? Нет. Самсонов был застрахован на несколько миллионов. После его смерти деньги получила его жена. Я подумал, может, она что-то знает. Самсонов, Самсонов. Кто бы мог подумать, что все так закончится.
Только теперь я начинаю понимать, как мне сильно его не хватает. Даже поговорить иногда не с кем. А ведь он был романтик. Элеонора Викторовна, давайте ближе к нашей теме. Да. Насколько нам известно, после смерти вашего мужа вы получили достаточно внушительную страховку. Внушительную. А вы что, думаете, что это я его бросить? Мне не было никакого смысла его взрывать. Я бы получила бы столько же, или даже больше, если бы просто развелась. Но в материалах дела нет никакой информации про ваш брачный контракт. Да. Потому что меня об этом никто не спрашивал. Но теперь я могу сказать точно. Самсонов, он меня сковывал. А теперь я свободна. Так же, как и вы. Я так понимаю. Ну и где она? Что? Что-что? Кольцо обручальное. Вчера еще заметил. А. Да, потерял. Потерял. Ну что ты врешь? Ты его без мыла снять не мог. Слушай, можем сейчас не говорить о мне? Нет, не можем. Я твой друг, и хочу знать, что с тобой происходит. Да. В общем, поругались вчера. Снял кольцо. Дел куда-то найти не мог. Тебя Светка убьет, понимаешь? Ой, ладно, есть идея. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ничего. Ну, не знаю, мне кажется, болтается. И видно, что новое. Ну, что скажу, отполировал. Угу. Свою отполировал, а ее нет? Совсем, что ли? А дайте на размер поменьше, пожалуйста. Да, конечно. Ну и что, у вас опять стряслось? Вчера же только помирились. Да, бытовуха достала. Каждый день одно и то же, сам знаешь. Я-то откуда? Я же один живу, слава богу. Ну, да я и решил попробовать. Нет, тебе нельзя. Ты один не сможешь. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Ну чего? Вроде получше, да? Берем. Да-да, берем. Хорошо. Так, Саня написал юристы Самсоновой. Прислали брачный контракт. В общем, у нее не было абсолютно мотива убивать мужа. А если целью был не Самсонов, а его водитель Воробьев? Угу. Он же тоже застрахован. И жена бабки получила. Так что, может, доедем до нее? Она недалеко живет. Побеседуем. Давай. Девушка, а можно побыстрее? Смерти, да. И теперь все время одна жить буду. Знаете, так странно. Его полгода нет, а у меня ощущение, что мы вчера здесь вместе сидели. После смерти мужа вы получили страховку, так? Так. А куда вы дели деньги? Лешину определила в центр для пожилых, сама к психологу много ходила, в общем, как-то разлетелась. А можно стакан воды попросить? Да, да, конечно. Что делаешь? Добываю информацию. Ну и зачем ты все это затеял? Девки, так не сладко. Какое-то паскудство, честное слово. Слушай, паскудство называется следственное мероприятие. Твоя девка врет. Чего она врет? Ты на полке кистевой эспандер видел? Увидел. Может, это ее бывшую? Ага. Кистевой эспандер, Леша, вызывает мышцы предплечья. А Воробьева эти мышцы и так раскачаны, потому что он водитель. К тому же по всей квартире дешевым мужским одеколоном пахнет. Заметил? Ну да, что-то было. Точно говорю, она с мужиком живет. Чего они хотели? Да
Да ничего, просто про Лешу, про страховку расспрашивали. Где? Ты что? Ничего, я у тебя не дура. Если запустила, они поверили. Короче, нам сейчас лучше разъехаться, чтобы вместе нас никто не видел. В смысле разъехаться? Ты что? Ну и что, что мы вместе живем? Какая разница, подумаешь? Сорвать двух человек, ты что думаешь, это шутки, что ли? Это пожизненно. Я не пущу, а как же я? Ты чего? Давай, хочешь, уедем куда-нибудь? У меня деньги остались, домик у моря купим. Какой пусть... домик, дура? Тебя примут, ты на первом допросе расколешься. Кто твоего мужа грохнул? Я тебя не пущу, Сеня. Мне не звони и не пиши. Поняла, я сам с тобой свяжусь. Не пущу. Сеня! Сень! Я тебя башку прострелю. Вчера ты взорвал мой любимый автомобиль. Кто тебя нанял? Имя! Я не знаю, это левый заказ был. Я не работал с... что ли? Ага, конечно. У меня не такая берданка, чтобы полбашки разнести. Это снайпер. Стреляли, возможно, вон с того окна. Вызывай спецгруппу. И пусть они аккуратнее там, чтобы следы не затоптали. Возможно, что-нибудь и найдем. Вы знали о предстоящей операции в Праге? Да. Вы кому-нибудь разглашали данную информацию? Нет. Вы работаете на иностранную разведку? Нет. Это все? Теперь я вне подозрений? Пока мы не выясним, кто Крот, под подозрением все. Тогда поручите это мне. У меня есть ресурсы, есть компетенция. Я хочу официально вести это дело. Майор, оставьте нас. Ведь мы с вами оба знаем, отлично знаем, что полиграф не истина в последней инстанции. И до тех пор, пока мы точно не выясним, кто устроил взрыв, вы и Смолин отстранены от работы. Да, Андрюх. На чём? Нашли что-нибудь? Не. Работал профессионал. Вместо Лёшки снайпера обработан каким-то составом. Собака даже след не взяла. А личность установили? Да, завтра к делу прикреплю. Здорово. А сбрось мне на телефон, покручу по базе. Для чего не спится? Я не знаю, что не спится. Перенервничал, что ли? А не московская прописка? Да вроде да. Давай сейчас скину. Thank you.